Вот. Ну, в общем, он очень длинный, этот шлейф. Безумно длинный шлейф. Вот. Вот, видно. Очень длинный шлейф, очень красивое платье. Это одно из. Еще у меня есть красивое золотистое. И вот ко мне едет мое красное, длинное, со шлейфом платье. Ой, я вам все покажу. Боже, я все никак не могу налюбоваться своим макияжем. Боже, какая богиня. Богиня! Все, всем пока. Я кинозвезда. Не хватает для меня красной дорожки и много-много кинокамер. Все, пока. А вот мое второе платье в стиле русалки со шлейфом. Показывают фигуру. Ну, естественно, у меня сейчас, конечно, не такая фигура, как мне хотелось бы. Худеем, худеем. Застегнула, насколько у меня получилось. Сзади еще петли остались. То есть оно просто просит Оскара. Это просто нереальное платье. Вот именно вот это платье, которое я одела, оно меня постянуло худеть, 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 худеть. Поэтому гантели вытянутые, движение и худощавость моя начинается. Начну себе руки свои красиво качать, попу убирать, вернее больше увеличивать, и пузо убирать. Талию делать тоже себе купила 3-килограммовый обруч. Поэтому я в процессе. Я себя вообще чувствую в нем богиней. Я уже вчера в нем сделала фотосессию себе. Поэтому, ребята, кто из Днепра, милости просим ко мне на фотосессию. Я как раз подсобираю денежки на новую за границу. А красное платье пока еще в пути. Жду я его. Уже скину вам видео с красным платьем со своим. Ну, в общем, оно очень красиво блестит, и оно очень-очень красиво. Очень красиво просто. Просто. Так что, мальчики, девочки, завидуйте мне. Да что завидовать эти все? Могла уехать за границу. Ну, а что это за граница? Уехала, да, воспоминания. А платье-то она со мной, со мной. Еще буду сдавать его в аренду, еще буду за него получать деньги. И буду в плюсе. Короче, у каждого свой бизнес. Ой, я не могу, я такая богиня, такая красивая. Давно такое не было красивой. Я себе аж сама нравлюсь. Ну все, ребята, всем пока. С вами была Анюта Сметанчик. С вами была Анюта Сметанчик, поэтому до новых встреч. Все, пока-пока, меня зовет мой босс. Вот мое последнее платье красное приехало. Больше платьев я покупать не буду. Я вроде как похудела немного, потому что уже минус 4 сантиметра моя талия, благодаря моему обручу. Сзади он на завязках, но только не до конца его завязала. Вот так вот. Вот. Тут по грудь все держится, красиво все. Вот, я богиня, в итоге я хочу в апреле пофотографироваться в этом платье к своему дню рождения, к своим 28 годам. 28, господи. Короче, я богиня. Я богиня в квадрате. В каком квадрате? В кубе. Почему? Потому что у меня три платья. Бежевое, голубое и красное. Огромное со шлейфом. Боже, какие тут будут бомбезные фотографии.